Мария Сергеевна, ситуация намного серьезнее, чем мы думали. Карантин может затянуться на месяц, возможно и дольше, в зависимости от вашего с детьми состояния. На месяц? А как же... А что же мы будем делать все это время? Об этом как раз я и хотел с вами поговорить. Ваша главная задача на карантине – не дать детям заскучать. И как вы себе это представляете? Что я, по-вашему, должна делать? Ну, развлеките их как-нибудь. Вы же учитель. Придумайте что-нибудь. Угу. Легко сказать. Вы вообще представляете, как с ними сложно? Мы все понимаем. Но и вы поймите нас. Для нас самое главное, чтобы за пределы школы никто не вышел, пока мы все не уладим. Хорошо, я вас услышала. Стойте, а что насчет еды? И где мы будем спать? Не переживайте. Всем необходимым мы вас обеспечим. Ай, Илюша, аккуратнее! Илюша, аккуратнее! Так молчи! Ты хочешь выиграть или нет? Ай! Мария Сергеевна, что за развлечение? Вообще не весело! Никит, почему ты жалуешься? Вообще-то было голосование, и большинство проголосовало за косички. Поэтому давай, прояви свою фантазию и сделай красивую косичку Ксюше. Слышал, Никит, так что не ворнякай. Ай! Ну что, все поняли правила? Да, да. Поняли. Тогда начинаем. Никита. Аня, давай еще раз. Нет, нет, Аня! Да. Все, Аня, давай, Никита, подвигайся. Ого, Мария Сергеевна, вы слушаете Моргенштерна? Да, Никит, а что? Учительница должна быть в тренде. Так, какую же песню загадать? Илюш, это что, нам уже отгадывать? Ха-ха-ха, как смешно. Я вообще-то кушать хочу. Мария Сергеевна, когда мы есть будем? Да и вправду, что-то мы заигрались. Пойду узнаю, где там наша еда. Сидите тихо. Добрый вечер. Вы как будто мысли мои читаете. Я как раз к вам собиралась. Вот ваша еда. Спасибо. Раздайте ее детям. Наконец-то еда. Самый голодный. Ваши родители передали вам вещи и 5 спальных мешков. А почему 5? А как же Мария Сергеевна? А Мария Сергеевна будет ночевать в учительской с остальными учителями. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. Разбирайте. Сестренка, а ты это доедать будешь? Да, конечно. Илюш, даже не смотри сюда. Да, с такими порциями мы долго не протянем. Достаточно поиграли, давайте укладываться спать. Ну нет, Мария Сергеевна, давайте еще поиграем! Ребята, уже пора. Давайте, каждый взяли свой мешок и ложимся спать. Thank you.
Да, Никит! Илюша, ты чего не спишь? Никит, пойдем со мной. Куда? В туалет. Иди сам. Ну нет, Никита, мне страшно. Илюш, отстань. Ну пожалуйста, идем со мной. Все, пошли. Я тебя тоже ночью разбужу. И попробуй мне только не встать. Все, пошли в туалет. Подожди, какой туалет? Давай лучше посмотрим, куда они эту бочку тащат. Ты опять за свое? Да, пошли. Да, здесь еще так 2 месяца торчать. И не говори, повезло так повезло. Натаскаемся мы бочек. Угу. Сколько? Ты это слышал? Да, слышал. Пошли проверим. Пойдем. Красный кот, красный кот. Кто-то из школьников гуляет по коридору. Кажется, я нашел, куда ведут следы. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our